лапой. Вот то, что собака сейчас вот это не может зафиксироваться, слетает, это как раз следствие того, что вот эта собака передавливает ее. Ей страшно. Поэтому, когда она играет одна, она держит вот так всегда. И ничего не слетает никуда. Вот этот фактор другой, второй собаки. Более агрессивный и доминантный. Гарм, возьми спокойно. Держи. Хорошо возьми. Хорошо возьми. Да. Держи. Собаки. Держи спокойно. Да. Молодец. Возьми хорошо, Гармуша. Хорошо возьми. Гармуша, возьми хорошо. Хорошо возьми. Возьми хорошо, да. Хорошо. Хорошо. Да, молодец. Вот. Вот умнички. Вот желательно, чтобы собаки держали глубоко. Когда их двое, им сложнее гораздо. Так поодиночке они это все делают легко. Молодцы. Держи спокойно. Спокойно, собаки. Спокойно. Молодцы, держи. Гармуша, держи. Молодцы. Держи спокойно. Мойра, держи. Собаки. Дай. Молодцы. Собаки сдали. Вот это игра двух собак, одна из которых переходит из игровой в неигровую. Хирургическое вместе собственнической. Сложность заключается именно в том, чтобы он не начал ее жрать. Да, Мойра, держи спокойно. Спокойно. Вот для этого полезно их вообще тормозить, чтобы собаки не перевозбуждались в процессе игры. Держи спокойно. Собаки, держи спокойно. Мойра умница. Вот то, что он поджевывает, это говорит о том, что он не вполне успокоился. Как только он сможет зафиксироваться и визуально на мне, то есть он... Держи! Гарм! Спокойно, собаки, гарм. Мойра молодец. Держи спокойно. Держи спокойно. Хорошо. Гармуша, собаки. Держи спокойно. Да, браво, молодцы. Собаки, дай. Собаки, нет. Ждать. Вот и новая фаза игры. Ждать.
Держи спокойно. Спокойно. Держи. Спокойно. Держи. Держи спокойно. Спокойно. Держи. Мойра молодец. Гарм, держи. Держи спокойно. Держи. Собаки. Да.